мы сегодня ездили за дробленкой. У меня зерно закончилось. Ну, для поросят. Вот. Нашел тут одно место в соседней деревне. Они там дробят. И в это попробуем. Сразу три вида зерна. Пшеницу, ячмень, горох. Вот сейчас такая дробленка. Вот, взяли, загрузили. Вот, едем тут чистыми полями. Жарище на улице страшное. Где-то 35 или 36 градусов сегодня жары. Вот, ну и пришла такая мысль хорошая в голову. Так надо жену свою порадовать. Вот, вообще в деревне жить как бы, ну, проще, что ли, для мужика, наверное. Жене может дарить рассветы, закаты хоть каждый день. Вот, например, я тебе дарю рассвет, только ты должна встать там в 4 часа, но если не успела, извини, и все. Но мы не будем сегодня дарить рассветы, закаты. Я подарю сегодня букет красивых полевых цветов. То есть просто подарим хорошие цветы. Вот это не сложно, потому что у нас много цветов кругом. Сейчас мы где-то там поедем, увидим, в общем, и дорвем. Покажем. Ага, вот они, наши цветочки. Очень красивые розовые цветы, называются мальва. Вот я, наверное, подальше от дороги их сору. Вот сейчас мы, пожалуй, тут и остановимся немножко на передых. Я смотрю, тут еще много клубники. Может быть, ей клубнику подарить? Подарить ей клубнику. Она сделает варенье для всей семьи. Прекрасно. Ну, она, возможно, почувствует подвох, скажет, ага, опять ты это подарил не мне. Ладно, клубника какая-то уже засохшая. Нарвем цветы лучше. Посмотри, какие цветы. Сразу вспоминается такое четверостишье. Аромат всех цветов и румянец зари. Он готов в этот день подарить. Мы немножко грязные, конечно, потому что ну, тут работали. Дробленку насыпали-то, когда мешки таскали, все пыльные. Вот. Ну ничего. Я думаю, цветы у нас не пострадают. Доехать успею. Смотри, как красиво. Сразу приехать их и поставить. Прекрасный цветок. Букет. Не цветок, но букет. А, кстати, вот тут прям это. Ох. На самом деле, я почему ягоду не собираю? Мы сегодня собрали несколько ведер, как бы, ну, поэтому. Ну, пускай растет, пускай кто-нибудь другой собирает. Вон, там их очень много. Я вообще хотел еще какие-то цветы подсобрать каким-нибудь. Вот там по дороге, может, еще увидим, какие красивенькие. Ну все, это вот тоже красивый букетик такой. Мы приехали уже домой. Вот и наш букетик. Я машину разгружать потом буду. Надо подарить букетик, пока он окончательно не завел. Дома мамы нету. Мы маму увидели, что она работает. Я думал, она дома, она тут вся в трудах, аки пчела. Да вот цыплятам крапивургу просто каши налила, зерна наложила. Все, а мы купили дробленки, так что сейчас будем разгружаться. Молодцы. Ну все, вот так вот, как просто, можно сказать, можно порадовать женщину, живя в деревне. Поехал, увидел цветы, нарвал, отдал, все, и ты свободен. Месяц можешь вообще не подходить. А потом там что-нибудь еще создать.